Всем привет, вы на канале Crypto Commons. И это аэропорт Сеула, ребята. Это просто какой-то 22 век. Посмотрите, здесь растут сосны. Прямо вот под таким вот куполом. Играет живая музыка. Очень свежий воздух, очень мало народу. И решил вам это показать, потому что мне сдуло абсолютно просто крышу. Смотрите, какие живые музыканты играют здесь. Также вот такой вот рояльчик в кустах, за который можно присесть, тоже что-нибудь нажать. Ну и, собственно, мы-то как бы с вами всегда про биткоин, про крипту, поэтому давайте не будем томить. Посмотрим на наши графики. Собственно, мое путешествие продолжается, как вы уже поняли. Лечу из Бали транзитом через Сеул. Но вы-то не про это здесь все собрались, а про крипту. Поэтому сразу хочу сказать, что, ребята, есть офигенная крипта еще, кроме биткоина, о котором мы сейчас, конечно же, поговорим, куда он идет. Вверх или вниз, или вбок. Есть еще много разной офигенной крипты, ребята. И не просто хайповых каких-то токенов, а с реальным применением. И хочу выразить респект проекту Травала, потому что вот их токен Ава, как вы можете видеть, кстати, очень неплохо уже сложился со своих хаев на 92% и показывал очень крутую динамику в прошлом сезоне. Короче, Травала — это билеты, отели, путешествия за крипту, ребята. Очень-очень круто, что можно оплачивать свои авиаперелеты и бронирование криптовалютой. Вот, всем рекомендую, ссылка в описании, по которой вы получите бонус на свой счет при первом бронировании. Не помню точно сколько, там 20, что ли, или 40 долларов. Ну, пустячок, а приятно. Вот, так что да, мы начали уже с токена Ава. Я думаю, что очень неплохая в целом история его сейчас подбирать. Естественно, дисклеймер, не финансовый совет, но третья желтая точка на дневке. Посмотрите, как отыграла первая. Первая отыграла на 245%. Вторая на 40%. И третья, по идее, должна перекрыть, собственно, все три первые. Ну, посмотрим, конечно. Пока отыграла вот тоже в пике на 200%. Но потенциал есть. Потенциал есть на десятки иксов у монеты. Но что же с биточком все-таки? Давайте-ка взглянем. А все то же самое, о чем мы говорили с вами вчера. Все еще на балансе вероятностей, на мой взгляд, что мы удерживаем вот это вот дно. Максимум делаем ложный закол или без него, но я думаю, что мы идем вот туда. Это сейчас кажется многим невероятным сценарием, тем более, что мы тут и EMA Ribbon как бы не особо развернули. И вот это падение, конечно, всех отпугнуло. Но я о нем говорил, если вы помните, еще 2-3 недели назад, что мы можем пойти по сценарию двойного дна и даже двойного дна с медвежьей ловушкой. Вот, собственно, мы сейчас и видим это двойное дно. И увидим, будет ли в нем медвежья ловушка или нет. Но в целом приоритет лонговый, потому что уже, ну все, мы очень сильно отпадали. Очень-очень сильно отпадали. Да и плюс макрофундаментал такой, что за битком будущее. Немногие это до сих пор понимают, и это хорошо. Это значит, что мы с вами трушные свидетели блокчейна и будем первыми все еще в этом ряду пользователей. Как это было с интернетом в начале 2000-х. Посмотрите, с коронадампа до максимального пика по Фибоначчи мы сейчас прямо сидим на 78 уровне. Это ультимативный уровень для быков, чтобы его удержать, иначе как бы все провалится тогда. И весь этот памп сдуется, и биток уйдет на скам, минус 600 долларов. Но если мы сейчас удержим этот уровень, то тут 61,8 просто буквально на дороге валяется. Это уровень 28500. А так в целом и 0,5 уровень в рамках технического отскока — это 36. И 0,38 это 44. Вот я поэтому и говорю, что диапазон 35-45 тысяч долларов вполне вероятный, на мой взгляд, тупо даже в рамках технического отскока. Особенно если учитывать, что у нас здесь вот такой параллельный каналчик более-менее честно взвешенной цены происходил. Посмотрите, у нас были выходы из этого канала выше, пампы, да? И были дампы ниже этого канала. Вот сейчас происходит дамп. Поэтому я думаю, что вероятно, что мы в него вернемся. И там будем какое-то время торговаться еще. Перед уже продолжением Тузамуна. Но что с альткоинами? Давайте посмотрим. В принципе, опять же,
со вчерашнего мало что изменилось, но разве что вот эфир показывает большую силу. Посмотрите на эфире, и EMA Ribbon успешно завернулась в бычью сторону, и мы сейчас вроде как ее тестируем. Тестируем как поддержку на дневке. Но на четырехчасовике мы провалились снова на дно этого канала, и вроде как точно от него отбились. Довольно-таки точно. Что нам говорит эфир к биткоину? Эфир к биткоину нам говорит уверенный аптренд. И на дневке, посмотрите, как мы абсолютно точно тестируем сетку и отталкиваемся от нее как от поддержки. Короче говоря, походу все-таки будет to the moon в связи с переходом на POS. А дальше будем посмотреть. Опять же, отрабатывает дневная желтая точка эфира к биткоину. А дальше будем посмотреть, как его будет сдувать. Я все-таки не верю в то, что он будет всегда бесконечно расти. Я думаю, что скорее мы увидим после перехода на POS какое-то уже плавное, долгое снижение в консолидацию. Вот, что еще мы видим из альтов, ребята? Да все то же самое. BNB к биткоину на хаях. На хаях абсолютных. Может ли он сходить еще выше? Может. Но как я вам очертил уже последние несколько месяцев, вот такой вот вариант, скажем, вполне возможен, что он сейчас сделает финальный такой сквиз к биткоину, чтобы выстричь всех, кто его зашортил. А после этого я практически уверен, что он в какой-то момент вернется, ну, хотя бы к предыдущей вот этой линии сопротивления и здесь, вот этой поддержки, то есть коридору цены примерно 500 тысяч сатоши. Потому что, ну, красная цена ему реально это 500 тысяч сатоши, если не 100. Очень многие биржевые коины делали в итоге так. И не только биржевые, очень многие коины на хайпе, всякие соланы, шмаланы делали вот так. Поэтому вариант такой, но даже может он не сделать перехай сильный к биткоину. Даже может он сейчас вот на таком каком-то дивере просто взять и улететь вниз. Поэтому аккуратней с BNB. А вот недокупленные монеты, ребята, очень хорошо себя показывают. Точнее, не то, что хорошо себя показывают, а очень хорошие цены пока что нам дают. И хорошо себя покажут обязательно. Например, BCH, наш любимый Bitcoin Cash. Посмотрите, что показывает. Что, в принципе, разворот близко. Это мы видели уже и по вот этим, и по вот этим. Вы скажете, это отскоки дохлой кошки, но мы видим, что сила продавца ослабевает и идет боковое движение, сетка сжимается. И на сайфере тоже мы видим, что вот у нас желтая точка, и мы рисуем сейчас двойное дно как раз с медвежьей ловушкой. Я думаю, что Bitcoin Cash выстрелит просто сразу на десятки иксов к биткоину какое-то время, и уже, скорее всего, очень-очень скоро. Потом проект Каста. Тоже, ребята, по ним сейчас очень хорошие новости. Их в Европе уже вовсю тестируют. Приложение. Очень скоро оно будет запущено прям конкретно в Mass Adoption. И у нас вот тут вот желтая точка на дневке. Мы прямо сейчас спустились под этот уровень. То есть мы, получается, сейчас на очень крутых значениях, чтобы накапливать позицию в среднесрок, в долгосрок. Я думаю, что сейчас с запуском приложения она просто сделает вот такой вот памп. Как минимум, вполне себе возможно. Но потом может, конечно, в более долгую консолидацию затянуться, в более глобальное накопление, как тот же Bitcoin Cash, вот мы смотрели. Тем не менее, потом я все равно жду от нее мульти-иксы. Поэтому нормальная тема. Ну и опять же, мы не знаем, как это будет. Может быть, будет все и быстрее, если все будут ждать долгой консолидации. Если мы пробьем вот так вот это сопротивление, как было по шибе в прошлом году, то мы можем и вот так вот сделать. Поэтому набирать сейчас позицию по касте, на мой взгляд, очень-очень хорошо. Аудио. Кстати говоря, про аудио. Это же тоже отличный проект, имеющий реальное применение. Audiosco, кто не знает, это сайт типа такой Crypto SoundCloud со своими токенами. И нам, кстати, дали бронзовый статус. Кто не знает, что я занимаюсь музыкой, у нас скоро выходит новый альбом, премьера будет именно на Audiosе, поэтому ссылочка тоже в описании, обязательно подпишитесь, если вы любите альтернативные вайбы. Вот, тут пока всякие старые треки можно послушать, коины эти можно друг другу там кидать, донатить, зарабатывать за всякую социальную активность. Ну и проект, как мы видим, достаточно рабочий, то есть там куча музла постоянно выкладывается, хороший фидбэк. По крайней мере, у меня прослушиваний в разы там больше, чем в обычных музыкальных соцсетях. И да, мы видим, что он вернулся в свою зону, очень пригодную для накопления, то есть весь этот памп и дамп сдулся. Я думаю, что в какой-то момент по аудиусу, опять же, зеленая точка, мы увидим что-то очень красивое. К доллару, к битку, вообще тут смотрите, какой диверочек, прям заходной, заходи не хочу к битку. Так что да, аудио коин выглядит прекрасно. Да и в принципе всем рынкам уже давно пора отскочить хорошенько, ребята. Это мое мнение. Дисклеймер, конечно же, не финансовый совет, потому что посмотрите, биткоин у нас в логарифме имеет дело с красными месячными свечами Хайканаши. И это в принципе признак-то медвежьего рынка. Плюс мы опустились ниже сетки EMA Ribbon на месячном таймфрейме, чего вообще обычно не было. Но вот когда это здесь было, это было признак дна медвежьего рынка. И здесь. Поэтому смотрите, тут все, на мой взгляд, видно и так. Все ссылки в описании.
торгуйте, пожалуйста, аккуратно. Зарегайтесь на Травале обязательно, на Аудиусе. Ну и на нашей любимой бирже Bybit, если вы хотите этим торговать. Вот. У меня пока позиции висят. Я их пока не догружал, не разгружал, поскольку в перелетах сейчас. Но буду вас информировать в телеге, если буду предпринимать какие-то действия. Вообще выглядит краткосрочно все хорошо. Эфир пробился над сопротивлением наконец-то, о чем мы с вами говорили вчера и позавчера. Тестирует его сейчас как поддержку. Dash уже давно пробился и оттестировал его как поддержку, и сейчас забрался выше. Надо посмотреть, как мы будем удерживать траекторию вот этих повышающихся минимумов локально, и будем ли ускоряться по экспоненте, потому что вполне вероятно, что будем. Что будем, вот что-то такое нас ждет. Что-нибудь такое, допустим, если нас ждет, то для локального трейда уже тоже нормал. Все, ребята, что-то я заболтался. Надо мне бежать чекирить свой рейс, а то пропущу. Может быть, на пианинке еще поиграть немного. Вот, а вам всего хорошего, всем профитролей, как обычно. Смотрите, как продавец четко, да, здесь отработал локально эту тему. Но, тем не менее, стакан-то бычий. В стакане больше заявок на покупку, чем на продажу. Так что все нормально, лонг побеждает и в долгую, и сейчас, походу, в короткую тоже лонг побеждает. Так что навалите лайков, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. И напишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого безобразия. Ну, а у меня на этом все, это был Гриня, канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. И до следующей встречи, пока.